Сегодня в палаточном лагере «Ратники» прошли специальные сборы для школьников. Ребят учили оказывать первую медицинскую помощь, принимать радиосигнал, а еще им предстояло потушить возгорание. Как справились с этой задачей школьники, расскажет Дарина Халина. За моей спиной палаточный лагерь. Буквально несколько минут назад здесь произошло возгорание. Огонь перекинулся на одну из палаток. К счастью, все это по легенде. В разгаре учения. Атмосфера по-настоящему жаркая. В руках у ребят пожарные рукава и специальные помпы. Их задача – ликвидировать возгорание. Мы сначала несли генератор, потом трое человек несли шланг. Они его опускали в бочку, подключали к генератору, и мы уже тушили палатку. Как справились с заданием? Справились отлично, огонь потушили. А здесь ребят учат оказывать первую медицинскую помощь. Им показали, как накладывать жгуты при переломе, и сейчас они тренируются на манекенах. Жгут надо наживать 3-4 сантиметра от раны. А на этой площадке ребята учатся ловить радиосигнал. С помощью специального оборудования они ищут в парковой зоне потерявшуюся группу с аварийным маячком. Кстати, для ребят это очень актуальное мероприятие. Это уже пятая смена лагеря «Ратники». На протяжении нескольких дней ребята учатся навыкам спасателей. Вся модель воспитательной работы – это игра. И вот когда мы моделируем ситуацию, начинаем в игровой форме прорабатывать это дело, то мы можем опускать планку возраста. И вот этот возраст как раз то, что мы можем научить. Сейчас в лагере 40 человек. Это воспитанники военно-патриотических клубов, групп добровольной подготовки к военной службе и юнармии. Смена продолжается, она продлится до 8 июля. Дарина Халина, Алексей Гринко, Тюменская служба новостей.